Чувашия прощается с Тамарой Чумаковой, заслуженной артисткой России, народной артисткой нашей республики. Долгое время она по праву считалась примой театра, оперы и балета, исполнив на его сцене более 50 различных партий. Тамара Чумакова родилась в Чувашии и всю жизнь служила своей родине, искренне заботясь о развитии и совершенствовании оперного искусства. Зрители запомнили ее блистательное перевоплощение в Татьяну из «Евгения Онегина», Виолетту из «Травиаты», Чио-Чио Сан из «Мадам Баттерфляй», Розину из «Сивильского цирюльника» и другие не менее интересные и сложные роли. А коллеги утверждают, что высокий профессионализм и женское обаяние сочетались с Тамарой Чумаковой с внутренней красотой и доброжелательностью. Я молодая пришла, первая роль, я в «Царской невесте» Дуняшу пела. Как она меня, Господи, она и наряжала меня, я так волновалась. Она всегда как учительница, как великий педагог, опытный человек, вселяла в нас огромную уверенность. Тамара Чумакова была популярной исполнительницей чувашских народных песен, многие из которых записаны на радио и пластинках всесоюзной фирмы «Мелодия». Память о чувашском соловье, как ее называли, надолго сохранится в сердцах близких, друзей, поклонников ее таланта. Очень тяжело расставаться. Я понимаю, что жизнь так устроена, что приходится мириться с тем, что люди уходят. Но то, что теряет искусство, с этим мириться очень трудно.